Так, Атом, давай заходи. Все бесплатно для владельцев. Там из палатки еще не выносили? Нет. Там гэшка. А, так, давайте кратенько, буквально, скажем, пару слов в завершении игры. Пожалуйста, повернитесь ко мне передом, а к лесу задом. Тут лес везде. Спасибо. Нет, ребята, если мы будем вперед вставать, как я так сделал, мы даже не дам заказывать. Итак, игра завершена. Я хочу поздравить всех, кто дошел до конца. Вы молодцы. Несмотря на то, что большой дипломатии у нас не получилось, локальную войну мы сделали на Ориенте. Ура! 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 Огромное спасибо всем, кто приехал. Традиционно хочу передать слово нашим командующим. Мама, если ты меня слышишь. Она увидит. Итак, давайте начнем с наших голубых кепок. Поставьте для них песню Бориса Моисеева. Хлопцы, эти миротворцы. Спасибо вам огромное, потому что в этом хаосе местных жителей мы все-таки как-то что-то контролировали. Пару раз. Поэтому спасибо вам за стойкость. Несмотря на все вот это мясо, мы все-таки до конца игры как-то выстрелили. Даже никто не потерял кепку, не перешел на сторону противника. Не принял ислам. А мы старались. А, я первый раз попал в плен. Ты сейчас скажи, первый раз тебя казнили. Да ладно, казнили. Пистолетик-то покажи. Там остался, специальный расстрельный. Спасибо местному населению. Вы какие-то просто адские звери. С вами просто невозможно договариваться. Выйдешь договариваться, пуля в лоб сразу. Надо уметь гранаты выкинуть. Поаккуратнее, в следующий раз, поаккуратнее. А так в целом, что хочу сказать. Постреляли? Тихо. Да! Побегали? Да! Свежим воздухом подышали? Да! Дышите! Спасибо всем и спасибо организаторам игры. И полигону, соответственно. Я считаю, надо ура крикнуть! Братья славяне, всем огромное спасибо за игру. Вы сражались как звери, держались до последнего. И помните, что наши враги могут забрать у нас наши жизни, но они никогда не заставят нас жить по их законам. Ура! Мастерики! И вот, спасибо вам большое за хорошую, интересную игру, за то, что не давали скучать, всякие политические ходы, там, пропускание через кордоны и тому подобное. Было здорово, всем спасибо. Ура! Ура! Бег, подойди, пожалуйста. Бег, башняк. Несмотря на то, что еще время молитвы не подоспело, Коврик-то с тобой! Громче! Да. О, вот так-то, о! Ну, спасибо вам всем за то, что классная игра была, очень интересная. Я в штабе слышал такие разговоры по разам, ух, особенно про конечные перестрелки были, ух, было очень здорово. Ничего-ничего, это принесло свою соль, в конце игры вообще шикарно было. Молодцы ребята, очень всем благодарен. Особенно благодарен ууновцам, особенно я благодарен вот шикарно, антуражнейший просто погибшему. Командиру он, они великолепно отработал, слушайте, вы были все молодцы. Я очень доволен тем, что с вами сегодня играл и очень всех отблагодарю. Спасибо. Ура! Кирилл, Кирилл, ты сами? Кириллка, как сами? Вот видимо уже не с нами. Кириллка! Идет, идет! Пусть он тут. Юля, блядь!
Ты мне за форму делаешь. Верни! Я надеюсь, что все-таки когда-нибудь у меня получится на игре начать из какого-нибудь комфортабельного места, а не из какого-нибудь говна в лесу, как говорится. Ну, в целом, огромное спасибо всем, кто играл сегодня. И, соответственно, всей команде боснийцев за то, что мы выиграли. Ну, молодцы. А мы выиграли. Гарнизона А. Ну, в общем, мы рады приветствовать вас, были на территории гарнизона А. Всем спасибо. На наш взгляд, игра удалась. Ждем вас снова. На новой игре. Играйте в страйкбол. До встречи на наших следующих играх. Результаты я скажу, подпишу на конфе, надо посчитать все. Ты и парла, вы будете собирать.